Ребята, всем большой-большой привет огромный. Большое спасибо за лайки, за комментарии. А сегодня у нас вот такие вот типа чебуреков с творогом. Ну, это такие пирожки. Очень мягенькие, смотрите какие. Смотрите, какие они в середине. Смотрите, какая красота. Вкуснота. Кому интересно, смотрим вместе со мной. Готовим наши такие красивые пирожки или чебуречки с творогом. Понадобится нам 120 грамм воды, пол чайной ложки соли, горячая вода, пол чайной ложки сахара и 2 чайных ложечки подсолнечного масла. Все надо размешать. Горячая вода должна быть. 200 грамм муки. И выливаем сюда вот это все. И быстренько замешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Чуть-чуть липнет. Практически не липнет к рукам. Еще тепленькое. Оставим в стороночку. Минут на 15-20. Чтобы оно постояло. Минут 10. Теперь начинка. Пока наше тесто отдыхает. 300 грамм творога. Посолить. Пол чайной ложки. Буквально соли и чуть-чуть сахара. Чуть-чуть. 3 зубчика чесночка сюда и 20 грамм сливочного масла. Все уже здесь перемешано, тоже ставим в сторонку. И вот наше тесто постояло, смотрите, какое эластичное. Делим на 6 частей. Разделили на 6 частей, будет 6 у нас таких, и делаем такие вот колобочки, чтобы было хорошо раскатывать. Вот так вот. Как на любые пирожки. Вот, ребята, раскатали один колобочек. Вот так вот тоненько-тоненько. Налаживаем творог. На одной половинке. Так распределяем. До края не налаживаем. Прямо прижимаем. Теперь вот это вот так хорошо защемляем. Прям расплескиваем, чтобы ушел воздух. Тут хорошо сцепливаем. И теперь будем жарить на сковородочке, на пустой. Вылаживаем. Чуть-чуть смазали кисточкой, можно не мазать. Вот положили их. И нам в таком среднем огне жарим с одной стороны, потом с другой. Без масла. Но это чуть-чуть только, дно кисточкой. Вот, ребята, с одной стороны перевернули мы их вот до такого состояния. Еще чуть-чуть и снимаем. Так жарим все. Должно быть 6 штучек таких с нашего всего теста. Очень вкусный аромат идет чесночка. И вот наши лепешечки готовы. Посмотрите на них.
тоненькое тесто. Даже чуть слоится. Очень вкусно. Смотрите. Какие они вкусные. Замечательные. Попробуйте приготовить. Это несложно. Радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.